Всем привет, Лиза Петрович. Я записываю обзор на сайт int2017.ru. Заработок в интернете, личный опыт 2017 года. В этом видео нам рассказывают о том, как мужчина там уже делал обзор на лохотроны, там вывел на чистую воду, потом показывает работу какого-то сервиса и вывод денег огромный. Подведем итоги. За 6 дней я вывел 77 тысяч рублей. Сложность мне это просто, мой вердикт одобрен. То есть это опять какой-то сайт, который типа делает обзор на лохотроны и рекомендует, либо не рекомендует их. Но сайту там несколько дней, поэтому на самом деле он ничего не проверяет, а просто пиарит какой-то сайт. А сайт он пиарит kstarter.ru. Это сайт, который нас будет обманывать. Сейчас мы будем это доказывать. Пожалуйста, не закрывайте эту страницу до окончания проверки. Так, теперь наше устройство совместимо. Это будет всегда, потому что им невыгодно не совмещать наше устройство. Все, мы зарегистрировались. Идет загрузка личного кабинета. Все. Дальше что мы должны сделать? Всего выведено 0 рублей. Использовано 0 ключей. Сервер онлайн. Так, тут у нас есть 3 кнопки. Давайте нажмем на Kstarter. Открываем. Мы должны ввести номер ключа, он где-то был записан. Сейчас, подождите. Вот наш бонусный ключ, я забыл его записать. Все, опять вернемся сейчас. Вводим этот ключ. Все. Распаковка ключа. Определение ресурсов. Пожалуйста, дождитесь завершения процесса. Эта картинка такая красивая, типа идет загрузка, но мне это нравится даже. Необычно. Конвертация ресурсов. Пожалуйста, дождитесь завершения процесса. Ну давайте дождемся. Что же будет дальше? Так, что-то долго у нас идет загрузка. Это. Мы поставили видео на паузу, а потом продолжим. Открылась такая страница, где у нас идет зачисление средств. Пожалуйста, дождитесь завершения процесса. Идет пополнение счета. И тут у нас бегом идут цифры какие-то. Вот 1060 рублей, да? Или это что такое? 1060. И все. Дальше опять остановился счетчик. Что будет дальше? Пожалуйста, дождитесь завершения процесса. Так, ничего не происходит. А вот, все. Использовали один ключ. Наш счет 1060 рублей. Есть магазин ключей. Вот ключ, цена его 600 рублей, но мы можем выиграть до 1100 рублей. То же самое здесь, например, ключ EU8, цена его 1400 рублей, а доход 4500 рублей. Тут еще куча ключей есть. 8, 6 ключей. Но самое главное, что заработок на ключах невозможен. Я не понимаю, на чем делает деньги сайт. Откуда он вам будет платить эти деньги? И, конечно же, я полностью уверен, что эти деньги, которые вы будете платить, эти 600 рублей, 900 рублей, 1400 рублей, с помощью платежки EP.card, мошенническая платежная система, это все деньги уйдут в карман мошенника, потому что этот сайт не платит. И в интернете валяется куча плохих отзывов, которые разоблачают данный лохотрон. Что мы имеем? Во-первых, тот сайт, который нам рекомендовал данный сайт, он появился 2 дня назад, и это никакой не проверяющих сайтов, это просто человек, который пиарит сайт. Сайт нам предлагает заработать на каких-то ключах, на которых заработать невозможно. И потом он работает с платежкой EP.cards, которая тоже мошенническая. Поэтому Петрович не рекомендует сайт kstarter.ru. Всегда проверяйте, на чем зарабатывает сайт, выгодно ему вообще вам платить. И как долго он вообще уже существует, есть ли у него какая-то репутация в интернете, проверяйте отзывы перед тем, чтобы что-то тут вложить в этот сайт. Всем спасибо за просмотр, подписывайтесь на канал, всем пока.